Мы находимся с вами в Кораллклубе. Во-первых, ну как вам атмосфера? Потрясающе. Вам нравится? Мне очень нравится сюда приходить. Да. Супер. Второе, значит, давайте все-таки сегодня поговорим про какой-то конкретный продукт. Я знаю, что вы много разных продуктов используете. Вот, но если говорить про продукты Кораллового клуба, используйте продукты Кораллового клуба, вот я вижу замечательный жир Эму стоит. Жир страуса Эму, я правильно назвал? Да, все верно. Правильно, да? Расскажите немножко об этом продукте для косметологов, чтобы они просто тоже, ну, были в курсе, насколько они теряют этот, в этом мире или приобретут в этом мире, если узнают о том, что такое жир страуса Эму, немножко об этом. Ну, название говорит само за себя, это действительно натуральный. Абсолютно жир. Это полиненасыщенная кислота, по сути, да, то есть там две полиненасыщенные кислоты, которые находятся непосредственно в жире самого страуса. Это, и добывают его из живого страуса с помощью вот метода липосакции. То есть это живой продукт, это не убитого животного добывают. Это важно для свойств. Что такое жир Эму? Натуральный эффективный увлажнитель, быстро впитывается в кожу, не оставляя жирных следов, обладает высокой биоактивностью. Хорошо сочетается с другими косметическими средствами, не содержит аллергенов и не имеет запаха. Богат ненасыщенными жирными кислотами линолеевой и олениновой. Благодаря этим полиненасыщенным жирным кислотам хорошо впитывается, обеспечивая глубокое увлажнение, является идеальным смягчающим компонентом для сухой, шелушащейся или огрубевшей кожи, также используется при солнечных ожогах, не закупоривает поры и не вызывает образование угрей, уменьшает зуд и раздражение на коже, является прекрасным регенерирующим средством, уменьшает мышечное напряжение, улучшает заживление и восстановление мышечных тканей. Продукт «Жир Эму» рекомендован всем мастерам индустрии красоты. Это косметологи, массажисты, визажисты, да, мейкаперы, гримеры в качестве основы под макияж, под косметические средства, под любые маски. Да, если косметолог проводит процедуру, то это будет очень хорошим проводником для всех последующих продуктов, которые он будет наносить на кожу. Значит, если мы говорим о преимуществах перед другими косметическими средствами, то жир Эму – это 100% натуральный продукт. Там ничего, кроме самого жира Эму, не присутствует, да, в отличие от других косметических средств, в которых содержатся сульфаты, парабены, да, какие-то другие химические вещества, которые не родные ни нашей коже, ни нашему организму в целом. Также рекомендован продукт для использования, да, в работе дерматологов в качестве, да, рекомендуемого средства при таких заболеваниях, как нейродермиты, псориазы, экзема, ну, любые какие-то, да, покраснения на коже, раздражения, пигментные пятна, какие-то все неприятные такие высыпания. Можно использовать и нужно использовать жир Эму. Нужно использовать жир Эму вместо каких-то гормональных мазей, которые чаще всего нам рекомендуют приобретать, да, в аптечных сетях. Это как-то сегодня, вот если говорить про косметологов, как это может продвигать их на новом рынке, скажем так, там, здравствуйте, на новом рынке, я имею в виду рынок услуг настолько сегодня уже, скажем так, перенасыщен, да. Вот. И это какая-то новинка вообще, как вот, Мария, как вы считаете? Потому что это эксклюзивный продукт. Такого продукта на рынке нет, аналогов ему еще пока не придумали, по крайней мере, я о них не знаю. На сегодняшний день абсолютно натуральный продукт, только вот жир Эму мне встретился именно в Коралловом клубе. А, ну, вы уже сейчас используете, у вас уже есть хороший результат, наверное, и получили, клиенты, наверное, довольны, да, или нет? Так что, расскажите про клиентов немножко ваших. Какие? Я его использую и в качестве массажного средства, да, для массажа лица. Также я его использую и как косметолог, да, могу закрывать им любую процедуру. И использую его даже как в качестве основы под макияж.
для себя лично, для своих близких, кому я делаю мейкап, mm-hmm. да, я не занимаюсь этим профессионально, но у меня есть такой навык, когда-то я обучалась в модельной школе, mm-hmm. и меня обучали, как правильно наносить макияж, и там своим близким и подругам я делаю мейкап достаточно профессионально, и всегда жир эму использую в качестве основы под макияж, потому что он не закупоривает поры, mm-hmm. он не провоцирует акне, он абсолютно не является аллергеном, и абсолютно всем типам кожи он подходит на 100%. Да, это очень важно, потому что многие люди не могут подобрать для себя. Очень много, да, различных средств начинают, да, рынок чем расширен, да, потому что есть не один тип да. кожи, есть сухая, да, да, есть проблемная, есть комбинированная, есть да. жирная. А это универсальное средство для любого типа кожи.